Друзья, все вы прекрасно знаете, что у меня такая акция сажать цветы в самых необычных местах. Сегодня я сажаю цветы в Санкт-Петербурге, в клубе «Гнездо глухаря». Замечательным арт-директором Аксой Юрьевной вот возникла у нас такая идея. В Питере теперь не только мои песни, но и наши цветы. Сегодня будем сажать такие цветочки. Табак душистый. Помните песню, да? Сиреневый вечер, вечер сиреневый. Сиреневый вечер. Вау! Впервые в жизни я сажаю цветы под звуки исполнителя, который стоит рядом со мной. Спасибо! Спасибо огромное! Душистый табак тоже прекрасно пахнет. Цветочки раскрываются ближе к вечеру, и у них чарующий аромат. Так, ну, сейчас барышку сделаю. Да? Высыпаем наши цветочки. Семена миленькие. А вы, кстати, если будет у вас время, зайдите и проведайте наши цветочки, посмотрите, как они растут и пахнут. Астра принцесс. Ну, вообще ничего не страшно. Морозоустойчивые. Я буду приезжать и проверять, как мои цветы. Как радует глаз. Еще у нас есть астра игольчатая, уникум. Посмотрим, какой это уник.
Вот мы немножко тоже украсили ваш город. Да ему уже, в принципе, достаточно, наверное. А вы будете здесь она осталась, или вы будете? Нет. Ну, хорошо. Хорошо. Вот теперь у наших цветочков новое место жительства. Да. Не в магазине в пакетике, да, а воочию по адресу Воскресенская набережная, 16, на берегу Невы. Так что милости просим, у нас каждый день концерт. Приходите, пожалуйста, посматривайте цветочки. Я не так часто могу здесь появляться, поэтому мне будет приятно. Можете заснять на телефон. И в комментариях я буду смотреть, что именно ухаживает за моим цветами. Сергей Сергеевич, да. Я предлагаю объявить конкурс. Какой? Среди тех, кто будет ухаживать за цветочками, на ваш следующий концерт в сентябре мы подарим вам билет. Как вы на это смотрите? Положительно. Ну тогда Сергей Сергеевич объявляет конкурс. Тех, кто будет ухаживать за цветами и пришлет видео с комментарием наши соцсети. Сергей Сергеевич или нам клуб «Звезды Глухаря». Мы проводим конкурс. Да. До встречи на концерте. 22 сентября я у вас в гостях, в вашем прекрасном городе. Так что попоем, потанцуем, послушаем. Прекрасные песни. Ну что, Сергей Сергеевич?